Смотри, кто-то нас снимает. Да, я вижу. Ну-ка, посмотрю поближе. Не на него крыша упадет. Телевизор на него упадет. Рояль на него упадет. Нас сегодня ждут просто невероятные приключения. А также мы пройдем много уровней и узнаем, что в этих ящиках. А еще, ребята, у нас будет небольшая пауза, и мы покажем наших котят. Они у нас уже выходят из своего домика и гуляют по комнате. Мы сняли, и вы просто посмотрите под музычку, как они ходят. Так что не пропустите, будет интересно. Кто не подписан, подпишитесь. А вообще, хорошие денечки с каналом Папы и Дочки. Итак, начнем как раз вот с этого ящика. Нажимаем, и нам вы, да, ребята, вы и не один человек, а много-много-много ребят написали в комментариях, что здесь код 181. Мы еще не вводили, сейчас узнаем. Один? Спасибо вам, спасибо всем, кто подсказал, спасибо, если он правильный. Сейчас проверим. Один. Один. Там один. Здесь. И поехали. Проверяем. Раз. Два. Три. Вместе с нами считаем. Четыре. Пять. 6, 7, 8, да, бонусный уровень. Чё, чё надо делать? Тап, тап, тап. Тап? А, 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 знаете, усатая пчела. Она какая-то страшная. Я упал. И ещё одна попыточка. Тинс, 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 тинс. Ты, прям носом ящик. Ну-ка, пчела, быстро пролети. Ты уже до... Ты опять врезалась. Да что ты будешь делать? Еще разок. Давай, пчела. Все, пускай валяется. Попробуй поймай. Поймал. Поймала. Нормально все, что? Ну ладно, погнали. Может быть, ключик будет уходить. О, я чуть-чуть грохнулся. Ладно, давай еще разочек побежим. Кто, ключик будет убегать? Да, наверное. Наверное, это новенький самый уровень. Не знаю, сейчас посмотрим. Ага. Вот, бывают такие игры с порталом. То, чтобы с портал появлять. Они я вот не люблю там. Помнишь, это игра, которая сделала вид, вот как будто ты уходишь. Ага, да-да-да. Вот он опять от меня убежал. Ну ничего, сейчас мы тебя поймаем. Сейчас мы тебя поймаем, ключик. Сделай вид. Ага, попался. Нет, здесь делать вид не надо было. Здесь просто за ним побегать надо было. Попробуй поймай. Мы попробовали и поймали. Пол это потолок. Я знаю, пол это лава. И что? А-а-а. Ага. Мы если падаем вниз. Сейчас надо вот так вот. Йоху, дышь, отлично. Круто. Отлично, отлично. Значит, мы прыгать не можем, да? Мы не можем. А вот мне интересно, как мы в финал-то пойдем. Так, отлично. Отлично. И как попасть туда? Я знаю. Как? Ну да. Объясни. Вот так и вот так сразу быстренько. Если ты... А, здесь твердый пол. Фух, есть. Что? Что? Пчелич. Убегаем, убегаем. Убегай, убегай. Да, твой ничего. Новый друг. Это твой друг. Это твой друг, а не мой. Это сразу же. Это твой друг новый. Это сразу же я среагировал. Отстань от меня. Помнишь, эта пчела, которая... Да, на которой мы управляли. А, вот теперь она разозлилась на тебя. Эй, чувак, слышишь ты? Усатый, бородатый. Я вообще-то, между прочим, тобой управлял. О, он отвлекся, отлично. Бе-б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 е. Есть, ребята, мы убежали от этой бешеной пчелы. Опасный прыжок. Опасный прыжок. А, помнишь, что? Ага, шипы появляются во время прыжка. Бамс. Брык. Идем. Просто падаем. Подпрыгиваем. Ага. Подпрыгиваем вот сюда. Подпрыгиваем. Ага. Подпрыгиваем вот сюда. Теперь надо подпрыгнуть. И подпрыгиваем. Есть. Просто и падаем. Просто падаем. Да, отлично. Мы прошли. Какая неожиданность. Какая неожиданность. Спасибо, что гладишь меня.
Если мы вам нравимся, подпишитесь на канал и поставьте пальчик вверх. Еще мы собираемся в кучу. Смотри, кто-то нас снимает. Да, я вижу. Ну-ка, посмотрю поближе. На него крыша упадет. Телевизор на него упадет. Рояль на него упадет. Рояль. Ладно, сейчас посмотрим, что произойдет. Что за неожиданность. Все-таки упал потолок. Я знаю, что надо делать. А, мы сейчас перехитрим. Да-да-да. Типа, опа. Что, не веришь-то? Опа. Ну, еще рано радоваться. Может, мышкой? Или тебя перенести? Не-не-не, мышка не двигается. А. Ничего не понимаю. О, отлично, вот запрыгиваю сюда, теперь сюда перепрыгиваю. Теперь сюда, собираю ключ, дверь открывается и уходим. И уходим. Пока, пока, все. Ты не устал? Устал. Да. Очень устал, очень. Пошутил. Поехали. Ты-ты-ты-тым, па-пам, бежим, 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 скорей. Надо забрать ключик. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Что такое? Что значит, ты устал? О, мы уже выспались. Что происходит? Надо нажать кнопку паузу, потом продолжить. И дверь откроется. Да, очень легко. А мы с Маргаритой проспали все. Колючие качели. Наверное... Не-не-не, он, наверное, до низа не дойдет. Ну-ка. О, да-да-да-да-да. Это колючие качели. Они идут и вверх, и вниз. Это прикольно. Прикольненько. Так, а вот это уже не совсем прикольно. Это было не совсем прикольно. Так-так-так, стой. Сюда запрыгиваю, перепрыгиваю сюда, жду. Сейчас снизу пойдут. Вот я балбес. Ребята, папа настоящий балбес. Есть, ничего себе, я перехитрил систему. Есть. Систему? Ну, вот эту вот штуку. Систему. Смотри, я просто проскочил на халяву. Нет! На самую верхнюю. Все нормально. Все нормально с моими пятками. Главное сейчас не прыгнуть заранее. Уходи, уходи, шипы. Вот, вот так вот. Пока этот уровень. Если хочешь получить сердечко от канала, ответь на задание. Хочешь попасть в рубрику победителей, будь первым. А сегодня задание такое. Ребята, назовите три любые игры со стикманом, в которые мы играли когда-то давно, сейчас. Ну, в общем, просто три игры со стикманом. Все, первые, кто напишет, получат... Ой, попадут в следующую серию. Все, кто ответит, получат сердечко от канала. Это точно рай? Да, все белое, ребята, все белое. Бежим. Здесь все точно так же, ребята. Здесь ничего не видать. А, помните, как это? А ты, надеюсь, запомнил? Просто бежим. Да, врезаемся теперь. О, не туда. Бежим, отходим, да. Запрыгиваем. Туда. Так, сюда запрыгиваем. Сейчас. О, дверь открылась. Ребята, мы прям... Во-первых, уровень невидимый, ничего не видно. Во-вторых, шипы все-таки есть. Эх, ладно, мы прошли. Еще он был вверх ногами. Пушка! Опа! Не получилось нас подстрелить. А мы потому что ловкие и умелые. Так, а я, если до нее дотронусь, мне ханурики не будет? А. На нее можно встать даже. Да. Встал.
Да, прилетело мне очень неудачно. Чикс, чикс. Все, пока, пушка. Пока, пока пушка. Пока. Да, страшное дело. Пора открываться. Close it. Ну, все, бежим. Скорее, скорее, скорее. Что-то я пробежал мимо. Давай, 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 давай. Нажимай кнопочку. Может, постучать, ударить в нее, подпрыгнуть? Ладно, давай все-таки таким. Ключ возьмем. Пора открываться. Давай теперь стучать. Дыщ. О, open, надо было нажать. Маргарита, ты молодец, отлично. Сразу за 12 секунд. 10, 9, 8. Ой, да тут прогулочным 7, шагом можно 6, пройти. 5. О, я даже подожду. Быстрее. Оп, успел. Да не переживай, Маргарит, все в порядке. О, Маргарита, что за музыка страшная? Что за звуки? Мамочка. А, это уровень, страшно, страшно, тебе страшно, да, страшно нам, да. Что делать, что делать, бежим, сейчас, наверное, Слайдермен какой-нибудь вылезет, или Слендермен, или какой-нибудь Бабай, или Мамай, или Бамамай. Быстрее выходим из этого уровня. Странно, ничего так и не произошло, ладно. Уходим. Ключевой момент. Да, ключей сегодня много. Что? Что? Как? Что? Как? Не поняла. Не смог. Так, ребята, еще что разок. Значит, короче, ключ создает какие-то непонятные условия. Смотрим, что произойдет сейчас. Тыщ. А сейчас будет вообще. Нам надо добраться до верха. До верха. То есть нам надо собрать последний ключ, Маргарита. Последний ключ. Идем, бч, в шипы, пошли. Самый верхний последний ключ, смотри. А точнее, он будет нижний. Вот он, вот этот вот. О, отлично, отлично, вот так вот. Вот так вот и сюда. Есть, мы прошли уровень. Прикольный, кстати, ребята, настоящий прикольный уровень. Давайте поставим 500 лайков, наберем, и мы с Маргаритой продолжим в эту игру. Согласна? Да. Тебе тоже интересно? Да. Что же здесь нужно? Да, ребята, а мы сегодня Стикману помогали опять убежать из тюрьмы. Ну, пока еще не получилось, надо пройти много уровней. А чтобы мы дошли до конца, вы нас поддержите. Подпишитесь, кстати, на канал, кто не подписан, подписан с нами, всегда интересно. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока. Мне очень нравится, что вы отвечаете на задания. А вот победители.